Всем привет! Закончила я свою викторию. Процесс прошел очень быстро. Я начала вышивать 6 декабря, а закончила 5. Вышивала я, ясное дело, не каждый день, но где-то, наверное, дней 20 было. Вот такая она у меня получилась. Шикарная, ждет своего оформления. Очень хочу оформить, но пока не получается. Висит пока в шкафе, в шкафу. Цвета, ну, посветлее, я бы сказала, в жизни, особенно вот эта кофточка. Вот эти бежевые цвета все-таки посветлее, как мне кажется. Цвет основы примерно вот такой, хотя кажется, что сероватые, но серого тут абсолютно нет. Очень красивый цвет, повторюсь, это пермин 322 цвет. Я брала размер 50 на 70. Конечно, можно было и поменьше брать, но я заказывала не в шелковой нити, и поэтому пришлось полностью взять полный отрезок. Конечно, я могла отрезать, например, ну вот тут, например, 10 сантиметров, да, но куда мне потом эти 10 сантиметров девать, потому что я маленькие работы не отшиваю. Так что вот с большими достаточными полями, краями осталась работа. Хотелось бы оформить в круглую, в овальную раму, но достаточно трудно найти овальные рамы. Знаю, есть в Икее, но мне не нравится, что вот сразу видно, что это пластик. Он такой блестящий, как мне кажется. Не знаю, мне не понравилось. Также мне порекомендовали посмотреть группа Гипс, по-моему, называется. Но там рама буквально на... Эта работа, по-моему, 24 на 34 у меня получилась. А вот с этого края она получается где-то рама 30, 34 или 32. Ну, то есть вот тут она где-то на несколько сантиметров выходит, конечно, побольше, но потом начинает сужаться, и не факт, что, например, натягивая раму будет вот так. Ну, будет некрасиво смотреться. Так что, скорее всего, придется оформлять, ну, прямоугольную раму и паспарту овальные. Вообще хочется сделать бархатный паспорт, но не знаю, насколько это будет смотреться. Дорого-богато, не знаю. И также из-за того, что тут много бисера, который очень хорошо блестит, чего не видно на камере, как мне кажется. И из-за того, что все это вылезает, я не уверена, что буду ставить стекло. Можно, конечно, поставить музейное стекло, но боюсь, что я не потяну. Слишком дорого выйдет. Я не готова тратить деньги на музейное стекло. Вот такая красотка. Отшивалась в целом легко. Я говорила, что вот в самом начале вызвала проблемы. Трудно было сосредоточиться как-то. Ошибки были постоянные, но потом работа просто полетела. Я постоянно возвращалась то тут отошью, то сюда перейду, туда-сюда, туда-сюда. И как-то очень быстро продвинулась. Бисер просто классно блестит. И мне нравится, как я все-таки подобрала его. Для тех, кому интересно, дальше будет обзор материалов. Тут, конечно, мне не сильно нравится вот этот беконус, как-то не очень хорошо смотрится, как по мне, но я что-то ничего другого не придумала. Также пермин еще известен своей накрахмаленностью, и я вот попробовала отпарить основу, у меня не получилось. Вот эти посерединке, ну, вместо сложения основы все-таки видно вот эти полосы. Не знаю, сомневаюсь, что это уйдет при натяжке. Ткань, конечно, опупенного цвета, но вот эти полосы просто убивают все.
Аппетит в целом не вызвал проблем. Достаточно быстро шел. Так что вот такая красотка. Вот такие нитки тут используются. Красивешные. Дурацкое слово какое. Так, как и говорила, я делала замены. Во-первых, начнем с лица. Когда я уже начала отшивать глаза, я вспомнила, что хотела кое-что переделать. Во-первых, этот глаз я хотела поднять повыше, ну, примерно на клеточку или половины клеточки. Но видите, да, насколько отличается. Потом, размер зрачков. Вот тут он какой-то на одну клеточку, по-моему, больше. Вот это на одну клеточку поменьше. И смотрится странненько. В целом, издалека не видно. И, возможно, те, кто... Ну, другие люди этого не заметят. Но я это вижу, мне это отражает. Также в работе почему-то брови и в скуле немного используется зеленый цвет. Брови состоят практически из одного зеленого. Там идет, по-моему, вот этот 370 номер. Но я заменила на один из коричневых. Возможно, да, по-моему, 632. Потому что зеленые брови, но я не знаю, Анаек, создатель этих схем, создатель Нью, просто не может чем-нибудь да насрать, извините за слово, насрать в работе. Вот что-нибудь да не так. Будет обязательно. Также вот тут, как я говорила, на скуле зеленый цвет был. Ну что это за зеленый цвет на скуле? Ну просто ужас. И также я посмотрела за одной девушкой. Она отшивала такую же работу. И один ярко-розовый такой. Ярче, по-моему, чем вот этот. Она заменила на 360, 356. Не помню, я напишу, в общем-то, что именно девушка заменяла. Потому что вот эти, по-моему, тут группа нескольких крестиков сильно выделялась. И это было реально некрасиво. Но когда я делала перенабор, ясное дело, я заменяла во всей работе вот этот цвет и в губах. В губах, наверное, все-таки надо было оставить, потому что тут получается, что вот эти два крестика, два полукрестика, два петита странно смотрятся. Вот так. Также, так как я вышивала не по набору, мулине, металлики я подбирала сама, так же, как и бисер. Так, в самом начале я сомневалась, заменять ли мне белую нитку, белый крестик вот в этой части работы. Заменять я планировала и в итоге заменила на Petite Silk Lame Braid SP02. Я боялась, сильно боялась, что мне не хватит этой нитки. Пришлось сделать заказ на шелковые нити. Мне в итоге он не понадобился, потому что осталось буквально вот столько. Это на 32 раунд. Если вы тоже, например, захотите заменить на 28, наверное, не хватит. И на 32, если вы там, например, расход у вас большой, знаете, что он у вас большой, то тоже, возможно, не хватит. Потому что, ну, я не знаю, сколько тут осталось. Метр, два, ну, максимум. Итак, дальше идет вот эта нитка серебряная. Тут она также идет под бисером. И также украшение я пришивала ей. Это Petite Treasure Braid PB59. Такая серебристо-черная. Хорошо смотрится с украшениями, как мне показалось. И дальше по контуру и некоторые крестики идет фиолетовый металлик, опять-таки Petite Treasure Braid PB11. Можно заменить, по-моему, на клиник 12. Сильно похож. Сильно затемняет, как мне кажется, вот эти крайние синие крестики, очень яркие в жизни. Это идет 796. И вот тут, ну,
очень темный получается на так дальше бисер. Я заказывала три оттенка, два из них были розовыми, один серебристый. И мне вот понравилось, как я и думала, сочетание 0,30-44 и 0,20-22. Этого я заказывала 300 штук, столько осталось. И вот этого я заказывала 500. Также хочу обратить внимание, что я пришивала не каждый крестик отдельно, а, например, вот тут выводила иголку, на нитку надевала, ну вот сколько тут, 11 бисеринок, и втыкала ее вот тут. И потом проходилась двумя-тремя стежками между бисеринками, чтобы нитка туда-сюда не болталась, чтобы закрепить ее побольше. Это намного больше мне понравилось, чем я делала изначально, пришивая каждый крестик отдельно. Смотрелось не очень красиво. Вот я начала вот тут вышивать и в итоге заменила. Оставлю фотографию, скорее всего. Как это выглядело? Мне нравится намного лучше, намного больше. А бисер я пришивала ниткой Немю, она мне очень нравится, ее в целом не видно. Она такая беленькая, непрозрачная, но знаете, я не буду стоять вот так над работой и смотреть, заметно ли эту нитку или нет. Я лучше буду использовать нитку, которая удобна в работе, которую чуток видно, чем вот эту нитку Юли, которая достаточно трудна в работе. Также я использовала коврик липучий для бисера. Покупала в фикс-прайсе за 50 рублей. Я его разрезала, чтобы класть на станок. Это намного проще, чем вот этот большой кусман. Ну, в ладонь у меня получилось, да. Намного удобнее. И к тому же, например, я до какого-то там состояния доиспользую вот эту часть и выкину. А вот это у меня будет как новое. Иголку я использовала... Пони, вот такой у меня набор игл, заказывала на Зоне. Если у вас там есть баллы и баллы спасибо, то может они, то они могут выйти 25 рублей, что ли, они у меня вышли. К тому же, если вы из Москвы или из крупных городов, я в Казани, например, и мне доставка была бесплатной при оплате онлайн. То есть игла за 23, за 25 рублей. Где еще такое можно найти? Достаточно прочная, мне понравилось. Также я использовала беконусы от Swarovski, это 3,4 мм. Название я напишу оттенков. В общем-то, у меня ушло серебряных. Серебряных у меня больших ушло 4 штуки, маленьких ушло 8. Большие фиолетовые у меня ушли все. А вот маленькие 8 штук, хотя почему-то тут одна осталась, значит, одна бисеринка, один бекон где-то затерялся. Вот так я их использовала, вот в этих кругляшках, кружочках. Должен был быть идти 4 бисеринки или 6, в зависимости от места. Я их заменила, симпровизировала, так скажем. Вот тут еще немного... Тут. И также идет капелька такого же цвета, что и беконус фиолетового. Хотела еще вот тут сделать беконус, но забыла. Ну и так смотрится нормально. Так что вот такая красотка. Действительно красотка. И также вот такие украшения. А, к украшениям я заказывала вот такие, не знаю, как это называется, просто бусины пусть будут. Они не входят по размеру вообще. То есть вот, видно, да, что вылезает. Я изначально хотела подпилить, думала, с одной стороны, но в
целом, если смотреть сверху, то этого практически и не видно, только если потрогать. Украшения и вот все эти беконусы, вот эти бусины я заказывала на сайте Lucia Stone, СПБ, ссылку оставлю в описании. Вот такое еще украшение. Вот такая королевишна у меня получилась. Очень мне нравится. Хотя вначале, опять-таки, повторюсь, было сложновато. Также забыла сказать, что из-за того, что в работе очень много полукреста в этой части, то я вышивала вертикальными линиями, но в одну сторону я шла полукрестом, а в другую гобеленовым стежком, чтобы направление не было сильно заметно. Как мне кажется, не сильно заметно, то есть с изнанки это выглядит вот так. Не знаю, как бы выглядело при обычном кресте, но мне нравится результат. Вот так. Всем спасибо за просмотр.